Приветствую вас, друзья! С Новым годом вас! Здравия! И быть добрее друг другу! В сегодняшнем коротком ролике я хочу показать, сыграть соло из композиции «Веселых ребят» «Розовые розы». Один из моих подписчиков, оставив такой комментарий, попросил разобрать это соло, сделать там детальный разбор. Я послушал эту композицию, знал я эту песню, она мне была симпатична, а вот соло совсем запамятовал. И услышав его, оно мне очень-очень понравилось, а главное, мне очень понравилось исполнение. Я люблю игру с системой Dremel, с машинкой, с Флойдом, как хотите называть. В общем, разобрал это соло достаточно успешно, сделал минусовку и записал его. На тот бэк, который у меня получился, я решил сыграть свой альтернативный вариант. Не то чтобы там как бы я сыграл это соло, а просто на эту аккордовую последовательность, она мне нравится. Я сыграл свой такой неоклассик шред 80-х. Записал я это все вчера, и чтобы не выкладывать просто там под фотографию, под картинку какую-то, я решил записать сверху видео за своим рабочим местом. Играл, по сути, на отключенной гитаре. Для скептиков я выложу вот звук с камеры абсолютно вот на голых струнах. Те, кто любит заглядывать под хвост, там все щелчки, пинки, там тычки, вот эти все. Вот можете посмотреть, что играл товарищ Максим. Вот. Возможно, в будущем сделаю разбор и непосредственно самого соло «Розовые розы», и своего соло, потому что, мне кажется, это может быть интересно для учащихся, и что-то можно почерпнуть для себя. А сейчас смотрим, слушаем. Всего хорошего. Пока. Хотел выразить благодарность своему другу Александру, Сашка, привет, который занимался сведением, там добавлял всякие штучки, ревера, дилей и прочее, поэтому без него бы этого всего не получилось. Хорошего или плохого тут судить вам, но мне нравится его работа, и я ему благодарен. Вот теперь уже все. Пока.